Дорогие земляки, прошу внимательно послушать. Мы видим, как героически воюют наши защитники. Ежедневно мы видим героический труд работников тыла. Коммунальников, которые восстанавливают электровода и газоснабжение, часто во время обстрелов. Мы видим, как фермеры собирают урожай на полях, по которым стреляет враг. Как наши врачи творят чудеса и спасают жизни нашим военным и гражданским. Я даже не могу перечислить всех, потому что сейчас каждый настоящий, подчеркиваю, настоящий украинец, делает на своем месте все возможное для приближения нашей победы. Однако, к сожалению, есть некоторые твари, кто подло работает на оккупантов. Они получают кровавые деньги и за это сдают дислокацию и перемещение подразделений вооруженных сил Украины. Сообщают о размещении складов, корректируют огонь оккупантов. Эти нелюди тоже ходят и живут рядом с нами. Я еще раз подчеркиваю, это не люди. Это хуже врагов. Это предатели. Наши спецслужбы активно работают по поиску этих преступников и находят их. Однако наиболее эффективной эта работа будет, если для этого мы объединимся все вместе. Мы сделали специальную горячую телефонную линию и электронный адрес, на который вы сможете сообщать о коллаборантах и предателях. Информацию о таких нелюдях вы можете предоставить по телефону 067-563-0263. Повторяю еще раз. 067-563-0263. По любому из мессенджеров. Вайбер, WhatsApp, Telegram, Сигнал. Или направить письмо на электронную почту английскими буквами K, R, V английская, I английская или украинская, D, I украинская, L. KR видел, точка, S английская, U английская, собака, gmail.com. Вы видите номер телефона и электронную почту внизу экрана. Просьба сообщать фамилию, имя и отчество человека, проявляющего заинтересованность к местам дислокации, перемещения, состава и принадлежности подразделений вооруженных сил Украины, других составляющих сил безопасности и обороны, а тех, кто сдает оккупантам местоположение украинских военных. Или кто корректирует огонь по нашей территории. Если возможно, укажите номер телефона, адрес проживания и другие сведения, которые могут помочь установить таких лиц. Кроме того, необходимо предоставить подробное описание событий или фактов. При наличии добавьте фото и видео, указывающие, что человек помогает врагу. Я гарантирую, что если по вашей информации будет задержан реальный шпион, я лично выплачу человеку, который смог предоставить информацию, 50 тысяч гривен. Если это будет подонок-агитатор за русский мир, в кавычках, только подчеркиваю, нужно подтверждение. Лучше аудио или видеофиксация. 10 тысяч гривен. Такие люди, по сути, тоже являются вражескими агентами влияния. Просьба к вам. Также в ваших сообщениях предоставлять свои данные, фамилию, имя, отчество, номер телефона для связи с вами, уточнения обстоятельств и выплаты вознаграждения. Я благодарю вас за ваш настоящий патриотизм, за вашу внимательность, желание помочь нашим защитникам и выявить врага. Это очень важно. Вместе победим. Слава Кривбасу! Слава Украине!